С этим серьезно. Макс, у тебя сзади фон телевизора. У меня? Да. У меня фон? Ну да, есть. Да. Ну убавь там звук чуть телевизора. Ладно, все, играем. Просто у меня в соседней комнате телевизор смотрит. Я же не скажу тебе. А дверь закрыть. Он на сатов, когда камеру спросили, мы первый раз приехали. Она-то же сюда, разберемся сейчас. У вас же есть братики, приехали. О, эти бородатые. Центр. Блять. Миша, стоял открытый, начал забегать и закрылся. Ну зачем? Тупой, блядь. Блять, чехуй знает. Это Тунтаев или какой там? Сука, блять. До конца успеешь. Миш. Хорош, центр. Диагональ. Да, Силь. Вообще хотел Максу кинуть. Хорош, Тёма. Ой, так подкатился, нормально. Здорово. Не изви, блять, это мощный пас был. Макс, твой. Миш, давай нашу фирменную. Не получится. Давай на левом, ты понимаешь, не? Там есть не будет? Ой-ой-ой-ой. Так и знал, тут просто немножко, всегда немножко, на... немножко. Да, на границе. Уже. Я в ту сторону давал, я не знаю, почему так дал. Обычно если так даешь, он нормально. Я знаю, что ты. Так, ребят, все, не комментируй. Не получилось. Эту передачу... Что ты будешь делать, Лёш? Я тут при чём ещё? Хорош. Ну, блядь, ребят, я ж один-один нахожу. И Винтер нужен был. Ладно. С игроками. И ты чё, лаганул, что там кого-то? Кто алло, это? Алло, блядь, алло, кто с Z-то вправо хочет? Кого-то залагал, это Макс вылетел, кстати, блядь. Можно продолжать игру через... Бля, Лёш, посторожнее. Блядь, тебе пенальти не дал. Понт через дом, если чё. Блять, что перелет? Ну, побоитесь. Или кто-то вот. Пизда. Как вот там вот так можно было сыграть впереди, блядь? Борьба за мяч. Пойдем, выходим, подожмем. С ботом-то. Ну, за нами пойдет. Я Артем, останься. Миша. Вы хорош. Бля, ближний! Чё, ближний же открыть под щечку? О, Серега. Далеко собрался. Это может быть опасно. И навес. Достает этот мяч, но не может удержать его в руках. Опасно. Что за пожар?
Ребят, успокоились, нормально играем, спокойно, открываемся, не забываем. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Решил пробить. И справляется вратарь с этим ударом. Свисток арбитра у главы. Ну, подал бы сам что-то. Смотрите, за спиной. За спиной игрок. На некоторое время обезопасил он свою ворону. Хорош, хорош, еще раз, Леш. Почти пошел. Дай подать сам тебе что-то. Зеленый кто? Миш, ты? Ребят, лучше отдавайте мне подавать. Я все-таки, блядь, суп. Ну, Сарин на 11-1 стою. Ну! Да, очень здорово, парень отыграл в этом эпизоде. Давай, поиграй. Как он вытащил? Запускай, запускай. Загружает мяч. Ты чего? Бот стоит, да? Угу. Там защитник. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Есть варианты развития атаки. Загнал Женек угол себе, мне бы назад отпасовал. Центр. Ну что там уже? Что там было-то, блядь? Женя что-то нарушил, блядь. Жень, что ты там нарушил, блядь? Скажи, вот как там можно было, блядь, что-то нарушить? Когда я нарушил-то, блядь? А кому сейчас свистнуть? Тихо, Леша, Леша, не начинай, сейчас гол пропустим из этой хуйни, не надо. Видишь, в защите хуйня начинает происходить. Сережа. А ты боем. Я пытаюсь срочно тебя развернуть, бать меня пиздец. Отличный прием, так держать. Мюллер. Давай, давай, Леша, запускай. А ты боем. Иду, 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 смотри. Что я делаю, блядь? Почему я в жопу? Блядь. Давай, давай, собрались, собрались. Миш, ну придержи, отдай пас. Пожалуйста, попробуй это сделать, хоть, блядь, в одном матче. Что ты перестал это делать вообще? Ебать! Что такое у нас происходит? Ничего, просто. Просто они далеко, хуёвый коннект. Низом обрежет в моменте. Блять, с игроками, со своими, ребята, Миша. О, хорошо. Скидку. Это момент. Опасно! Вот это, блядь, да. А я только снова уедь, блядь. Так, ты сейчас давайте мне оттуда. Мелкие в защиту. Ребят, защитку, защитку нельзя пропустить. После голова. Бляш, попытайся забраться. Адебайо! Не, не туда, да, Леш, не туда. Сейчас забьем. Тем, в той ситуации бей в ближку. Там читерская позиция, в ближку бить. Читерская просто, там даже не надо. Я знаю, думал в дальний пробить под левую ногу, хотя бы пробовать в дальнюю ударить. Бля, сейчас надо забивать. Вот. 4 человека их играем, блядь. 4 человека? Просто забиваем, просто у них боты хорошо играют, блядь. Вот и все, сейчас забьем гол. Да, у них левый полузащитник еще живой. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Бля, вот зачем бот туда убежал, а? Навес есть, а вот партнеров нет. Давай.
Денис, если сложно, Криштиана, делай просто ЛТРТ разворачивайся, он же так же разворачивается. Жень, сейчас побегу, кидай мне на ход. Бля, ну на ход сильно, ты можешь кинуть, нет? Обыграемся. Может получиться интересная атака. И центр. Том. Эриксон. Мяч покинул. Давай я кину, может? Толку не спешно, надо разбирать. Подойдите. Я бы штрафную кинул бы. Да, я кидай, кидай, меня, кидай меня, на Мишу, Миша скидывай. Меня. Жень. Сзади меня, сзади меня. Чё твою мать? Ебать. Я ж направил вот до этого. Чё за ебала? Бля, давайте сосредоточим наши пальчики, пожалуйста. Вправо. Леха забегал вправо. Вратарь, их стена какая-то, вообще не пробиваем. И, блядь, еще давайте с 50 метров, блядь, бить. Пусть меня пробьет вдали. Пидорас, ебаный, блядь. Оборот. Если это грозно будет смотреть, я голкипера обзываю, блядь. Они, блядь, это голкипер у них какой-то читерский стоял. Да, голкипер у них красавчик, блядь, стащил, блядь. Питер сейчас пониже играется, что ли? Через пальцы спокойно сейчас. Похоже, они решили поиграть вдвоем. С фунтом! С фунтом! И вот потери в центре поля. Можно подумать, какой удар! Ты шо вообще и успокойся, ну вроде не я. Леха подкатился. Вообще непонятно, почему я подкатывался, блядь. Я вообще даже привычки такой не имею, блядь. Ну, бывает, когда просто на отбор нажимаешь подкаты делать. Я на отбор не нажимал даже. Вообще? Не знаю, почему так получилось. Пиздец, блядь. Макс, ты герой матча. Он реализует пенальти. Давай, давай, собрали, забьем, забьем, забьем. Главное уже, блядь, эпизод ушел. Пожалуйста, без прокат, все спокойно. Блядь, я вообще не знаю, как это получилось, блядь. Все это, ребята. Ладно, все, поехали, гол забиваем. Фунтом, с фунтом, Артём. Фунтом, всё. Миша, играй, не 50 по-братски. Чём, не надо там финтов в середине поля. Обыгрывайся с фунтом, всё. Так. Блядь, Жень, не понял, куда ты побежишь. Я уводил с собой защитник, блядь. Ты должен сам был догадаться, кому дать. Вверх. Сильным пасом Мишу давал, я не знаю, что случилось. Там Миша не понял маленько. Там Миша даже понимать не надо было, открыться просто. Ну и стоял открыто. Пух. Просто чуть забрось просто. Давай, давай. Не, ну здесь бить можно было, конечно. Паста. Опасная передача. Женя. Игра головой позволяет им сохранить мяч.
Диагональку. Посмотрим за это. Да ёпт! Можно попытаться передачу сделать. Там не дал бы, не дал бы я там. Игрок под меня был. Кожа на вес меня. Чего? Тём, сейчас давай разыграем, подойди. Не сейчас, подожди. Прямо, может, так же будем навешивать? Трёх навешиваешься на руку. Вытяни его, ага. Вратарь намертво... Вот чуть дальше вам надо стоять от вратаря, Миша. Хоть и бот, но все равно, видишь, он вышел. Иначе сегодня ничья, а завтра уже вылет. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Алан. Самин, я ебать бегу. Согласны с таким исходом. Обе постараются забить, я надеюсь на это. Эриксон. Бьет он... Бля, ну дайте пас здесь! Пинтер, ты можешь пас дать, пожалуйста? Сейчас забегаем в твоих позициях. Давай, подачу хорошую. Вот так я встал. Дальше от вратаря подай на 11. Зачем мы прям крутые подаете? Зачем? Да все классно получается. Прошлый раз, вот я вот так ставлю. Подальше голкипера. Защитник подальше, от ворот выносит. Забивать надо! Вратарь первый. Вес. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Думаю, не прерви он этот пас, соперник вышел вперед и отыграл. Грузить его тупо покатать, ребят. Есть время, надо раскатывать. Конечно, время катать. Чисто отобран мяч. Много осталось. Было 4 минуты с учетом. А до боя. Да не. Ну нахуй, я дал тебе на одну хуйню, блядь, сквозной пас. Я подам. Бля, ну давай, на 11, смотри. На 11-1 ставим. На 11 подавай, на 11 подавай. Не 11. Еще. Или как-то так. Ну. Надо было на ближнюю подавать. Можете все залетать уже в штрафную. Разыграем. Давай я подойду. Что, не надо. Чтоб он подал. Все летите в штраф, ну лучше. А давай. Там на подборе надо. Время тратить, значит, точно сидит. Они все уже в зоне сидят. Да и так срисок будет. Быстро, быстро, ко мне. Я, давай, давай я. К нему подойдите на подачу. Быстрее там. Подавайте, нахуя назад. Бля, ребят, мы так все игры будем сливать за песни. Я понял, что Лёша хотел. Все так красиво, блядь. Травы, капли. Чё сольём, блядь? Ну надо забивать, блядь. Ну Грозному один мяч забит, Миш, блядь. Тебе пенки заебали. Тебе пенки заебали, блядь. Ну, один, ну блядь, пенка. Ну... Грозному один гол, блядь. Ну, Миш. Да, я виноват там в пенке в этой, блядь. Я вот честно не знаю, как она получилась и почему, блядь. Ну, ты подкатился, нажал кнопку подката.
Да нормально, пацаны из Грозного сыграли, даже боты затащили. Миша, ты просто больше горишь, и ты нервничаешь из-за этого на игре. Так же у тебя с FIFA City получилось. Ты горел, не забивал, а все время бил, хотя можно было пас отдать. Че, спокойнее играйте, блядь. Че вы, блядь, горите по лишнему поводу? Не гореть после матча. Да, игры вообще, да, игры вообще не было. Какой там вообще игры не было? Да ладно, 15 ударов по воротам, по-братски. 8 в створ, посмотрите статистику. Не, ну сквозных пасов...